И начиная от светофора, и дорожки, и велосипедные вот эти дорожки, да, и так далее, теперь по всей этой набережной. О том, как Орехово-Зуево меняется, известно уже далеко за пределами нашего округа. Поэтому в первую очередь главы четырех муниципалитетов захотели побывать на новой набережной. Архитектор приняли решение, что спортом заниматься прямо получается на берегу. В парке у нас вот эти тренажеры очень востребованы. Для небольших городов восточного Подмосковья, которые строились как промышленные, опыт Орехово-Зуево – хороший пример, как перезапустить старый центр города и дать ему новую жизнь. Вот у этого здания можно видеть, крыши не было, с собственниками как бы работу проводили. Зашли сюда в прошлом году, в 19-м где-то в середине мы начали, если не ближе к осени, как всегда. Вот полтора получается пока. Геннадий Панин рассказал о том, как реализовывался проект, с какими трудностями столкнулись, поделился опытом с коллегами. Пример того, как фабрики Морозова реально возрождаются, креативный кластер «Стачка». Сегодня это центр развития новой экономики, где в основе лежит интеллектуальный труд человека и нестандартное мышление. А вместе с этим и новоформатные досуговые площадки. По документам, которые мы нашли, где Морозово, один из залов, бальный зал назывался, где какие-то там они проводили для нерабочих, а для там инженеров, там управляющих, какие-то балы. Видите, он сделан без единого там столба, я не знаю, да, вот так вот. Дальше рабочая встреча продолжилась в неформальной обстановке в Парке Победы. Вот так, на коньках, на главном катке города, на закате обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Мы вот сегодня поделились своим опытом создания комфортной городской среды, благоустройством нашей территории, неким своим опытом. Дальше мы запланировали с коллегами, что мы будем посещать, перенимать их опыт. Мы хотим, чтобы наше восточное Подмосковье становилось краше. Мы считаем, что если мы объединим для этого наши усилия, то сможем добиться больших эффектов для развития как в экономике, так и создания комфортной городской среды. К слову, главы Электрогорска, Электростали и Павловского Посада возглавили муниципалитеты не так давно, поэтому опыт соседей полезен. Тем более, что муниципалитеты Восточного Подмосковья находятся недалеко друг от друга. Многие жители приезжают на работу или учебу в соседний округ. Орехово-Зуево сегодня развивается бурными, активными темпами. Действительно, это, не тот город, который там был даже там 6-7 лет назад. Вот. Появляются новые пешеходные зоны, ремонтируются дороги, благоустраивается территория, строится много различных объектов социального значения для нужд населения. И, конечно, для меня сегодня очень важно подчеркнуть, что я могу взять с данной территории, какие положительные моменты и уже на веренной мне территории внедрить. Наше Восточное Подмосковье все время отличалось какой-то дружелюбностью по отношению к своим соседям. И я думаю, традиции продолжатся. И вот, наверное, Геннадий Олегович сейчас, скажем так, сегодня, наверное, заложил фундамент будущего взаимососедского отношения, обменом опытом в первую очередь, конечно. Будем развивать, будем продолжать и стремиться куда-то. Встреча глав муниципалитетов продолжится. Геннадий Панин получил приглашение от коллег посетить и их территории.